Готов! Осмотреть весь сектор! Молодчина! Где отряд Браво? Я готов идти в атаку. Волны нездоров. Наверное, на лодке сюда не просто добраться. Хочу первым высадиться на этот чёртов берег. Не торопи события. Успеешь еще. Что они все с копом передохнут. Да. Чем бы это не занято? Не считая поспать неделю. После чего это? Мой друг обещал поучить меня сальсе. Я бы с удовольствием потанцевал. А ты чем? Буду читать. Наберу охапку книг и заставлю где-нибудь. Это не жестко. Ладно. Давай за выживание. Зайдите с той стороны! Все перекрыто! Придумайте что-нибудь! Наверное, Эбби выбрала океанариум, потому что до него хрен доберется. Возможно. Боже. А тут-то нам как перебраться? Можем вон по той дороге. Только она очень далеко. Или вот так. Да. Так лучше. Пошли. За мной. Попробуем здесь. Какой у нас план? Перебьем их и украдем лодку? Лодку-то мы точно заберем. Помешают нам, сами виноваты. Надеюсь, их там мало.
Здесь все в хлам. Что ж такое? Вы четверо. Закрепитесь на перешейке. Остальные остаемся здесь. Будем ждать приказа. Какого хрена? Мы должны сидеть тут, пока нас их отстреливают. Нам дали приказ. Там сверху. У них хватит людей, чтобы разобраться с одним снайпером. Же, сука. Мы можем пробраться к причалу здесь. Нет. Возьмем их лодку. Ты же их слышала, они говорили о Томми. Мы этого не знаем. А о ком же еще? Если так, его там уже не будет к нашему приходу. Он направится в сторону Эбби, так а что, что если мы... он в беде? Он позаботится о себе. Господи. Если хотим помочь Томми, нам нужно найти Эбби. Сделаешь это, не буду тебя спасать. Надеюсь, что ты выживешь. Черт! Я так ждал этой атаки, а в итоге что? Мы топчемся на месте. И пусть они и дальше мочат наших. Нет, с ними надо кончать. Как-то все не скажешь.
складывается. Заткнись. Спокойно. Хватит уже. Тихо.